приехали в новый национальный парк, где мы ни разу не были. Он называется Capitol Reef National Park. Он находится где-то прям в центре штата Юта. И мы приехали в очень хорошую погоду. Здесь идет дикий просто ливень, гремит гроза, а молния сверкает. Мы сидим в машине, ждем еду. В общем, вот так. Нас ожидает впереди хайк. Это вот местный кэмпграунд. Умеют все-таки люди отдыхать. А весь вот этот вот, как сказать, дистрикт, называется Historical District. Здесь очень-очень глубокая история. Буквально находимся здесь полчаса в этом парке, и я уже хочу сюда вернуться. Вот настолько здесь все продумано, красиво, и здесь совершенно нет толпы людей, как в любых других национальных парках, что мне очень нравится. Ты просто in the middle of nowhere. Такая. Я, конечно, не ожидала, что этот парк будет таким спокойным, красивым, размеренным. Собак сюда можно. Есть трейлы, вот, по которым мы идем. Это pet-friendly. В общем, здесь кайф. Мы буквально только заехали в парк, сразу вот пришли на этот трейл. Смотрите. Смотрите на эти виды. Bye.
Leave it. Leave it. Leave it, boy. Leave it. Leave it. Эй! Hey.